Поехали! Привет, меня зовут Полина, и сегодня я познакомлю с моими друзьями. Это Ричи. Это Ребекка. Полина, расскажи, как у тебя появился Ричард? Ведь я у Деда Мороза его попросила. Ричард прилетел на санках. Он летел, летел, летел и прилетел ко мне. И мне дали двоих кроликов. Одна Ребекка девочка, а другой мальчик. Месяц. Ребекка совсем маленькая, ей годик, скажи. Еще один годик. Ребекка, что ты копаешь? Я не шучу. А у тебя? Мама, а Ричи грызет. Возьми Ребекку, покажи Ребекку. Расскажи, как у тебя Ребекка появилась. Ребекка хочет поесть. А я Ребекку поесть. Оставь еду, ты сейчас ее просыпешь. Возьми только Ребекку на руки. Ребекка появилась из магазина. Мне ее купила мамочка. Она очень эластичная и любит цветы. И еще свои бусики. Игрушки. Она вообще-то маленькая, любит поесть. И она любит побегать, когда я ее отпускаю, глажу. Мам, что мне еще говорить? Я очень люблю своих кроликов. Я очень люблю своих кроликов. Возьми Ричарда, обними его тоже.
Пока-пока. Пока-пока-пока. Пока-пока. Пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока.